Сегодня в алматинском филиале партии «Нур-Отан» обсудили итоги работы и поставили новые задачи. Отчетно-выборные конференции проходят во всех регионах страны. Депутаты, общественные деятели уже готовы активно работать по реализации послания президента. Глава города Ахмеджан Есимов поручил усилить работу по повышению деловой активности алматинцев, а депутатам проконтролировать реализацию антикризисных поручений. Обо всем подробно в следующем сюжете. Поручения президента в Алматы будут выполнены досрочно. Такую амбициозную задачу поставил Ахмеджан Есимов. Более того, это абсолютно реально, считает глава города. К концу года малый и средний бизнес мегаполиса ощутит облегчение процедур регистрации и ведения собственного дела. Список обязательных пунктов уменьшится на 30%. Стоит отметить, что на исполнение этой задачи президент дал времени до 2017 года. МСБ для Алматы имеет особое значение. Его доля в масштабе страны составляет треть, а работают в этой сфере половина населения города. Это самый высокий показатель в стране. Субъектов малого и среднего бизнеса у нас сейчас 115 тысяч единиц. И доля в структуре поступления доходов городского бюджета составляет 68,5%. Президент поставил задачу довести до 30% по стране. Ну, понятно, это специфика города, это не только наша с вами хорошая работа. Кредитование малого бизнеса за 9 месяцев составило 363 миллиарда тенге. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 45%. Сохранение и создание новых рабочих мест должно быть первостепенной задачей для местных исполнительных органов и партии, подчеркнул аким города. В послании особое внимание уделено обеспечению казахстанцев доступным жильем. Будет запущена специальная программа. Квартиру можно будет получить без первоначального взноса под 2% годовых. Активно ведется строительство домов в Алматы. С начала года введен 1 миллион квадратных метров жилья. Это лучший показатель за всю историю города. Несмотря на влияние последних мировых событий, экономика мегаполиса продолжает расти по сравнению с европейскими городами. Безработица в Алматы составляет 5,6%. Для примера, европейские города держатся на уровне 25%. Тем не менее, экономисты считают, что Нур-Отану нужно усилить работу. Как показывает опыт, последствия кризиса обходятся дороже, а новая экономическая политика Нур-Лыжол – работа на опережение. Мы находимся в мировом пространстве, мы взаимосвязаны с миром, мы в открытой экономике. У нас партнеры более 182 государств мира, практически все страны мира. Поэтому любые события, которые происходят в той или иной стране, касаются, отражаются на нас. У нас открытая экономика, у нас экспортная квота 76%, это высокая квота. Мы экспортируем 124 миллиона тонн, и когда как 126 миллионов тонн сырьевых продуктов, это нефть, газ, руда, металл и так далее. И, естественно, любое дыхание мировой экономики, любое изменение цен отражается на нашем бюджете, в нашей стране. Для эффективной реализации послания сегодня были избраны новые члены политического совета и контрольно-ревизионной комиссии. А чтобы обеспечить контроль над использованием средств, выделяемых на развитие города, со следующего года будет разрабатываться дорожная карта по борьбе с коррупцией. Айыркермек, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.